Наша Родина имеет славное военное прошлое. Ее история богата примерами беззаветного мужества и героизма, проявленного народными массами в борьбе с врагами. Из среды русского народа вышло немало талантливых полководцев, писавших яркие страницы в военную историю своей страны. В этом году мы отмечаем 255-летие русского военного деятеля Петра Ивановича Багратиона, героя Отечественной войны 1812 года. Деятельность ученика и сподвижника славных военных дел Суворова и патриотов русской земли Петра Ивановича Багратиона протекала в конце 18-го, начале 19 века. Это был период непрерывных войн, которые вела Россия с рядом европейских государств. Багратион являлся их активным участником. Он сражался в рядах русской армии на Кавказе и под Очаковым, на полях Италии и в горах Швейцарии, в Австрии и Восточной Пруссии, в Финляндии и на Балканах. В период Отечественной войны 1812 года он мужественно защищал национальную честь и независимость России, отторгшийся орд Наполеона, и отдал свою жизнь этой великой и благородной борьбе. Потомок грузинского царского рода Багратиони воспитывался в семье офицеров русской армии. Он часто слышал рассказы своего отца о боях и походах, о мужественной борьбе русских и грузин против общих врагов. Именно поэтому у него с ранних лет появился большой интерес к военному делу. «Самлеком материнским», – писал впоследствии Багратион, – «влил я в себя дух воинственным подвигом». В июне 1787 года ему было присвоено звание прапорщика Астраханского полка, который был преобразован впоследствии в Кавказский мушкетерский полк, где в 1792 году Багратион получил звание капитана. Командуя авангардом армии Суворова, Багратион особенно отличился в сражениях на реках Адда и Требия, при Нове и Сен-Готарде. В этой кампании он был трижды ранен, однако не покинул ни своего учителя Суворова, ни своих преданных солдат. Во время войны 4-й коалиции в 1806-1807 годах ему довелось схлестнуться в сражении с французским войском. Известно, что Наполеон тогда назвал его лучшим генералом русской армии, отдавая дань уважения умелому противнику. Известный факт. Багратион не стеснялся открыто критиковать решения главнокомандующих Барклая де Толли и даже Кутузова, обвиняя их в ошибках. Но после ранения при Бородино он, умирая, произнес Барклаю де Толли свои извинения, признав его правоту. Полководец Петр Багратион был похоронен трижды. Первые похороны прошли в селе Сима Владимирской губернии в сентябре 1812 года, после его смерти от последствий ранения, полученного в Бородинском сражении. В 1839 году по инициативе поэта и партизана Дениса Давыдова прах был перезахоронен на Бородинском поле. Но в 1930-х могила его была разорена. Третьи похороны Багратиона состоялись там же, 18 августа 1987 года, накануне 175-летия исторического сражения. Петр Иванович Багратион одержал немало блистательных побед, показал образцы умелого руководства войсками и самых разнообразных условиях боевой обстановки. Пламенный патриот, он через всю свою исключительно яркую жизнь пронес горячую любовь к родине, беззаветное стремление защищать ее от врагов, способствовать ее славе и могуществу.